Петр Ильич Чайковский, танец пастушков из балета «Щелкунчик». Вы сейчас познакомились с одним из самых древних мировых инструментов – флейтой. На флейте играли, между прочим, еще в Древней Греции. А также в Древнем Египте, Древней Индии, Китае флейта была популярна и на Ближнем Востоке, и в средневековой Европе. Она достаточно просто устроена. Музыкант вдувает воздух в канал, закрывает отверстие, и рождается звук. Но простое устройство еще не означает, что на флейте просто играть. Хороший флейтист учится мастерству всю жизнь.